досточтимый владыка Павел, патриарший экзарх, сия Беларуси, митрополит Минский и Заславский. Дорогой владыка, мы сердечно вас всем клиром и паствой Александра Невского прихода приветствуем со светлыми и святыми днями Рождества Христова. В мир пришел Спаситель наш, Господь Иисус Христос. И сегодня, второй день, мы отмечаем особый праздник. Собор Пресвятой Богородицы. Собор в смысле собрания. И для нас огромная радость, что это собрание в честь Божией Матери возглавляете вы, Владыка дорогой, который прибыл сегодня к нам и вместе разделяете с нами радость всех вот этих торжеств и праздника. Позвольте в сей святый день преподнести вам образ Божией Матери. Я знаю, Владыка, какой у вас график, поэтому не смею долго говорить, но мы выражаем вам искренние чувства, нашу любовь, преданность и молитву о вашем здравии, благополучии. Пусть Господь укрепляет ваши силы предстательством Царицы Небесной. Поэтому примите этот образ от всех от нас. Пусть Божья Матерь всегда помогает вам во всем. И спала эти деспота.